При плоскостопии и вальгусной постановке нужно укреплять мышцы и связки стопы. Для этого полезно ходить босиком по неровным поверхностям. Массажный коврик-пазл поможет вам делать это дома. Сейчас мы вам покажем, какие упражнения на нем можно делать. Ходьба по коврику вперед и назад. Делаем перекатывание с пятки на носок и обратно. Ходьба на внутренней и внешней стороне стопы. Ходьба на носочках. Приседания с упором на всю стопу, не отрывая пятки от коврика. Поочередно удерживаем равновесие на одной и другой ноге. Перепрыгиваем с одного элемента на другой. Ходим по коврику полусидя. На каждое упражнение уделяйте 30-60 секунд. Таким образом, вся зарядка займет от 5 до 15 минут.